Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы рады приветствовать вас из города Альметьевск, где на арене Дворца спорта «Юбилейный» уже через пару минут начнется повторная встреча между местным спутником и нижегородской «Чайкой». Одно очко в двух встречах, но что поделаешь, соперник был не из простых, и «Чайка» продолжает победное шествие и доказывает, что не просто так расположились они на первой строке. На Востоке 4 матча, 4 победы. Ну а спутник ждет своего следующего оппонента. Смотрим повторы наиболее интересных моментов. Вашему вниманию заброшена шайба в ворота Антона Чибизова. Первые две шайбы он пропустил примерно с одной точки, и там, казалось бы, вроде ничего не закрывало обзор альметьевскому голкиперу. Но успех праздновали нижегородцы во многом. Это определило исход встречи. Первые три шайбы забегу вперед пропустил именно спутник, ну а затем сумели отыграть две, но дивидендов это не принесло. Много было сегодня удалений в составе обеих команд. Вот, пожалуйста, третья шайба влетает в ворота Антона Чибизова. Казалось, здесь уже вопрос победителя решен, но спутник, как и во вчерашней встрече, после трех пропущенных шайб встрепенулся. И вот смотрим, первую шайбу отыгрывает Арефьев. Великолепный сольный проход, и шайба практически в притирку со штангой влетает. Там бессильно оказался Денис Тимков. Затем было опять целая серия удалений. И спутник пятером против троих играл. Пятером против четверых. Но сегодня не везло альметьевской команде при игре в большинстве. Но в конечном итоге сумели они сломать в какой-то мере это невезение, и в большинстве все-таки удалось одну шайбу хозяевам площадки забросить, и в скором времени мы ее увидим в повторе. Пожалуйста, бросок великолепного исполнения Семена Лонова. В большинстве играла альметьевская команда и отыгрывает вторую шайбу, сократив отставание своей команды до минимума. Но на этом заброшенные шайбы в этой встрече закончились. Больше мы не видели взятие ворот ни с той, ни с другой стороны. Шалят нервы у игроков. Нервный поединок, тяжелое противостояние. Но в конечном итоге заслуженную победу добывает на себя нижегородская команда. Никитин принимает поздравления Денису Тимков. Что ж, наша трансляция окончена. Спасибо, что оставались с нами, и до новых встреч.